Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. Ладно, я без тапочек. Ух ты! Вот что нас здесь ждет. Прикольно. И мы что, тут все вместе спим? Да. Всем привет-привет! Сегодня мы отмечаем день рождения папы. Ему исполнилось 6 апреля 50 лет. Чисто такой семейный праздник. Поехали в отель Бунсен. Здесь в горах есть много разных отелей, и в этих отелях есть онсены, то есть такие баньки на горячих источниках. Прикольный здесь вид, посмотрите, река. Привет, маленькая гейша. Приходи, приходи. Мы сейчас пойдем в баню, вот мы уже переоделись. И вечером будет у нас ужин в тоже японском традиционном стиле. Там сырая рыбка должна быть. Мы приехали на 6-й этаж, здесь сказали, что бесплатный дринк-бар. Не густо. Кофе, чай. А газировки нет, Карим? Нет. Очень жаль. А это что, кимоно? Такие ткани красивые. Это что такое? А ну? О! Прикольно, там уже кто-то парит. Пойдемте. Кстати, это лосьончик, роза, эмульсия, ушные палочки, расчесочки. Коничва. А это я беру с собой в баньку, такую корзинку. С моими принадлежностями личными. Мы идем ужинать. Да, я снимаю. Вот что нам здесь приготовили. Маленький осьминог. Вон ракушка с креветочкой. Здесь будет у нас суп. Нет, это котлета. А это сырое мясо. Вот это прелесть. А вот это мне не нравится. Да. Мне принесли горячее саке. С него даже пар идет. Вот он мне делает супчик. Сырая рыбка, сырая креветочка. Мама, это не тархун, сказали подписчики. Да? Да, это что-то другое. Да? У тархуна другие листики, сказали. Да? Это как закуска, потому что здесь сыр, суши, креветка и вот печень. Выглядит, конечно, странно, но надо съесть. Надо все съесть. Супчик мой кипит. Глаза повылазили. Давай уже. Принесли креветки и к ним принесли соль с зеленым чаем. Нужно посыпать на них сверху. Вот так. Принесли, смотрите, как красиво. Угу. А это какая-то рыбка с чем-то, с красной, что ли? Угу. Мяско наше тоже уже готово с овощами. Принесли нам в горшочке еще свинину. 2 часа тушили ее. Немножечко. Но мы уже наелись. Мы поели всего по чуть-чуть. Вообще, да? И полные животы. Горячие, мочи, рис. Сладкое? Не сладкое, а... В соусе? В соусе каком-то. Принесли десерт. Это мочи. Тоже рисовые шарики. Сверху молочный соус, а внизу... Карамель. Ой, кофе. Кофе.
кофе. Карамель. Это не карамель. А, карамель или что? Сахар. Точно, японский черный сахар. Коричневый сахар. Коричневый сахар, молоко. Японский черный сахар. Это называется кромицу. Вот так. Попробуйте и много смотрите YouTube. Пока ужинали, нам постелили. Я думала, будет холоднее, конечно. Нет, классно. Сигаретами воняют, видно, курят в номерах. Курят, в номерах разрешают, да. Угу. А ну, в туалете там есть. Ну, мы с мамой везли. Ну, я так и поняла, что дети тут, Сара, а мы там. Сара, где будет? Доброе утро. Я в компании прекрасной гейши маленькой. Мы идем завтракать. Пришлось встать в 8 утра, вообще не выспалась. Потому что поздно легли. Мы идем на завтрак. Не знаю, что мы приготовили, но вчера ужин был просто потрясный. Ух ты! Прикольный завтрак нам подали. В японском стиле, опять же. Это вот чашечка чая зеленого. Здесь непонятно что. Желе. Горячее. Горячее? Да. Это мусс. Опять вчерашний такой. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. Сегодня солнечно. Очень красиво. Сакура. Гори. Покажи прием. Вот так. Ну? Так. Майк.